Специальность – ветеринар. В кино это милые котики и собачки. В жизни – несчастные случаи, переломы, отравления, болезни. Алина Прохорова всегда мечтала помогать братьям нашим меньшим. У нее есть такая возможность. Профчеллендж «Один день в профессии» помогает девушке узнать все тайны этого дела и своими руками помочь пушистым пациентам. Я люблю животных, люблю с ними как-то контактировать, помогать им. У меня у самой есть собака, поэтому в ветеринарных учреждениях бывало часто. И вот заинтересовалась этой профессией на протяжении уже долгого времени. Лето для ребят – время отдыха, но лучше проводить его с пользой. Так в стране проходит республиканская программа «Забота», в рамках которой в Бобруйске организуют профчеллендж. Присоединяются многие организации. В числе первых – судмедэксперты. Ребятам рассказывают о специфике работы и показывают оборудование. Например, чемодан криминалиста, в котором есть все необходимое – от дактилоскопических порошков до набора для биологических веществ. Дальше – снятие отпечатков пальцев, изучение баллистики и следов от ботинок. Эмоции у меня очень даже положительные, хочу сказать. Дактилоскопия изучена, много чего интересного открыто, кругозор расширен. И могу сказать, впечатление самое лучшее. Тянула вообще на медицину и поступать буду, скорее всего, в этом направлении. Можно свои качества развить. Колледж Ларина. Здесь ребятам помогают развить их творческие способности. В частности, освоить специальность резчика по дереву. Талантливый мастер с золотыми руками был востребован всегда. Нынешнее время не исключение. Доступное хобби, оно довольно простое в освоении. Всегда изделия из дерева качественные и всегда очень хорошо ценились. Резные изделия. Изделия из дерева, они, конечно, украшают наш быт, они помогают, ну, как бы в творчестве, воспитывают у человека любовь к этой профессии. Работа с деревом, она очень затягивает, это очень увлекательное занятие. Торгово-экономически также открывает двери для участников проекта. Знакомство с работой кассира проходит в специальном классе с оборудованием. Как провести оплату по карте и наличными, считать штрих-код, показывают на практике. Учащиеся, которые в летнее время подрабатывают в колледже, делятся опытом и плюсами профессии. Учащиеся школ могут прийти к нам, окунуться в профессию, попробовать себя в профессии продавец, повар, кондитер, попробовать сделать что-то своими руками и понять, подходит ему эта профессия или не подходит. Задать вопросы специалистам, узнать секреты самых необычных профессий, попробовать себя в разных ролях и, возможно, определиться со своим будущим. Профчеллендж – уникальная возможность провести лето интересно, с пользой и получить незабываемые воспоминания. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Максим Галенко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.